наши лагерные мальчишки, девчонки пошли приглашать деревенских на костер. Сегодня пятница у нас, 12 июня 2015 года. Вот они ходят из дома в дом, приглашают на костер. Сейчас увидим, что-то они там интересно заинтересовало их. Вот это да, вот это радость. Ёжик, колючка. Давайте его себе гладить. Дай потрогать. Ой, какие колючие. Дай потрогать. Я хочу ночью потрогать. Дядь Володя, нас везут на дороге. И всех позвали. Пошлите. Какие-то деревянные. Вы всех пригласили-то? Да. Всех тут уже пригласили? Да. Нет, еще. Я всех. Давайте его соберем. Да. Я опоздал уже. Надо было вас заснять. Покажи! Да так его собрать надо! Зачем его собирать? Колючий! Можно так крылатый? Он еще тухочий. Вот отвернется. Ветер, дай я понесу, пожалуйста. Нет. Отпустите, он тут живет. Пусть ветер. Пусть бежит. Отпусти его. Кто в лагере? Кто в лагере? Он, наверное, испугался, все налетели, руками замахали. Зачем эти проблемы? Вообще-то в лагере его накормят. Одну. Ну, не надо. А шарик будет его. На шарик потом отпустим. Сам накормится. Да не будет, он все равно на скворечник и шарик. Или где он, дядь Володя? Ну я не знаю. Давайте в лагерь. Я же не знаю, кто это, мама, папа. В лагерь отнесем, пока. Дядя Володя решит искать. Может, у нее детишки есть где-то, мы же не знаем ничего. Отпустим. 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 Давайте в лагерь. Давайте в лагерь, принесем пока. Давайте посмотрим, как он скажет. Тогда отходим далеко. Далеко. Ну ежиков-то много, у нас тоже они где-то ходили рядышком. Они очень быстро. Отходите. Отходите. Отходите далеко. Еще подождите. А я буду. Тихо. Он сейчас рванет. Тихо. Тихо. Без резких движений. Задумался ежик. Не верит своему счастью, что его отпустили. Нет, конечно. Ну все, пойдемте. Чего? Да он убежит сейчас. Да он убежит сейчас, чего? Он же умеет бегать. Как только он и убежит. Может, его отработать? Да. Друг проедет. Мягко. Не увидят. Да здесь давно машины не ездят. Да дайте кто-нибудь одолжите кепку, реально. А верите? Ездим. Ага. Ну и все. Да стой. А вдруг он блохастый? Нет. Лоси у ежика. Так они же проткнутся надо. Давайте я попробую. Колючий такой. Давай пробуем. Надя, стойте, девочки, отойдите. А куда ты? Зачем ты его хочешь? Кто-нибудь его надо на трактор. Я ей идею подал. Ай, давайте а я. А как вы его подняли? Стойте. Я давайте. Это ты бьешь как овцу продерявил? Нет. Он протыкает. Давайте. Платочек. Давайте я. Подходите. Ой, налетели. Давай. А этот, как его? Пошлите. Нестор ничего не боится, крапивы не боится, ежиков не боится, ничего не боится.
Че, у него как деревянные колючки. Да, он этим защищается. Иначе бы его давно бы съели. Все, уходим. Ой, такой шарик. Тараста, уходим. Шарик похож на как они вообще змеи едят? Да посмотрите, как только мы уйдем, так только он и убежит. Когда он и убежит. Откуда у вас здесь в лагере ежик? Дядь Володя, довезете, умоляю. Все, пошли. Все, пойдем. Дядя Володя, умоляю. Ну все, пойдемте. Умоляю, довезете. Позвали уже. А мы пойдем. Вот, проходите меня. Давай, иди. Я первый. Да. Нет, я первую. Тихо, я никого не катаю, вы что? Нет. А меня? Я схвачусь. Нет, нет. Я схвачусь. Все, хватит. Я первый схвачусь. А я давайте...